Друзья, привет! Вы на канале Энциклопедии игр. Игра у нас... Дианушка? Диана рядом. Играем в игру Stickman Land Level, вторая часть, 31 уровень. Круговорот платформ в природе. Так. Видишь, природа движется у нас. Побежали быстрее. О! Ты ну как нажал? Так я нажал-то? Ну ёлки-палки. Зачем ты нажал? Не знаю. Зачем ты опять нажал? Блин, случайно нажал на кнопку. А зачем ты вперед идешь? А я вот так хочу сделать. О! Вот это он. Иди обратно. Ну. Фу, ждем. Ждем, когда наш подъедет. Мост. Автомобиль. Все, взяли. Воу, yes. 32-й, земля в иллюминаторе. Офигеть. И что, сейчас мелкота, что ли, будет? Наверное. Может, подождем, посмотрим, как он? Давайте. Давайте подождем, ребят. Посмотрим, как он будет самый маленький. А может, сейчас проиграет, да? А? Нет, подожди, стой. Все, остановился, вот самый минимальный. 33, помоги взять ключи, давай. Первый, помоги взять ключи. А, просто на ключики нажимаем. Да, помоги взять ключи, и все. Дверь надо, открывается. Надо было сразу это, пойти туда. Да. Полоса жизни, смотрите, полоса бежит. Мы должны успеть за время. У нас жизнь мало! Оу, yes, мы успели. 35-й, только один. Чего? Только один все открывает. Не угадали, ты прикинь. Я думаю, это вон тот самый дальний. Потому что он дальний. Да, точно. 36-й, короткий уровень. Смотрите, какой коротышка. Смотрите, какой и правда коротенький уровенчик. Прямо как в моем домике. Так, 37-й, кодовый замок, что-то новое. Что за кодовый замок? Не, подожди, может это? Ключ взяли. Кодовый замок. Ну. Может? 37. Кодовый замок. Что-то новое. Может 38? Да, точно 38, друзья. 38 вверх-вниз. Капец, о чем? Надо, значит, самому прыгать. Ой. Хопс. Поднимай. Опа. Акробат Стикмен. 39-й. Фу, паутина. Ай, фу, паутина. Мало того, что посмотрите, там паук висит. Так еще одна паутина. Да, все в паутине тут заросло. Смотри, он же как улитка тут бегает, да? Может, паук сплел? Паук, наверное, сплел, смотри. Главное, что паутина не попал. 40-й. Так. 17 минус 6 будет 11. 1. Неправильно. А может, надо посчитать? Давай. 17 минус 6 11. 7 минус 2 5. 11 минус 5 6. 6 минус 0 4. Где у нас четвертый ключ? Вон он. В самом далеке. В самом далеке этот ключ. Значит, скорее всего, это он. Бумс, точно. Все, друзья, прошли 40 уровней. Поставьте нам лайк, напишите комментарий. Ну и, конечно же, мы увидимся с вами в следующих сериях. Это был канал Энциклопедия игр. И как обычно, это видео отправьте всем друзьям. До скорой встречи, друзья. Пока.